тюрьму, посиди лагерь. Меня 26 лет пытали, и ничего не могли сделать. И вдруг Бог все это открыл. Теперь открылось везде. Я во всех отделах милиции вел занятия, в воинских частях. Мы несем мир, слово мира. Мир с Богом, что за нас умер Спаситель, и мы себе не принадлежим. Мы Божьи. Вот тело наше – это храм Божий, и Бог в нем живет. И тогда мы по-другому смотрим друг на друга. Это ваше женское тело, мое мужское, а душа, она не имеет рода, ни мужского, ни женского. Мы все родные по Адаму, но самое большое родство во Христе, что Он омыл нас кровью Своею. И как это людям дать? Вот ко мне детей привозят, бывает, ребенок 13 лет, уже наркоман законченный. Уезжает через месяц, его родители не узнают. Как это может быть? Молитва, смирение, любовь. Ребенок на этом лоне природы, мы встаем в 5 утра, молитва, приезжает батюшка, освещает храм, дети купаются, на лошадях катаются, на лодках. Он в природу входит, мощная природа в него. И мы идем, птичка поет, я ему рассказывал, я с детства занимался птицами. Откуда это все? Назначение каждой травинки нужно знать. Ребенок совершенно по-другому смотрит на жизнь. Я им говорю, ты еще не родился, а уже это придумали лампы, окна. Тебя уже ждали, когда ты появишься. Ты такой ценный. А ты себя еще не жил, уже накачиваешь такой дурью, коноплю схватил и нюхаешь, стоишь. Это с Богом. Когда с Богом, мы на все по-другому смотрим. Потому что Бог нас сотворил, дал землю эту, дал разум, высоте, как человек, чело, чело, в вечность направлено. Даже звучение-то какое. Спасибо большое.